Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А сегодня совершенно таких походных южных условиях записываю очередное небольшое видео. В данном видео я немного отступлю, и будет у меня не 4 образца воды, а всего 3. Но среди этих образцов у нас будет один образец, который, скорее всего, попадет у нас в топ моего списка наиболее чистой питьевой воды. Поехали! Два образца — это у нас будет вода местная здесь, южная, называется она у нас Горячий ключ 2008 и Горячий ключ 2000. Соответственно, в 5-литровых емкостях, вот эта емкость у меня пустая, и образец ее у меня вот в этой маленькой бутылке. Вот, и еще один образец у меня будет здесь просто вода водопроводная, то есть то, что местные, в принципе, здесь пьют. Тоже мы с вами сейчас протестируем, посмотрим, какого качества. Так, ну, не будем мешкать, сразу же приступаем к тесту, тестировать, как всегда, мы будем с вами ТДС-тестером. Так, начнем давайте с водой водопроводной местной. В принципе, местные особо не парятся, ее пьют. Сейчас мы ее сравним с водопроводной водой, например, московской. Поехали, смотрим. 169 ppm нам показывает прибор. Ну, то есть 160 ppm, грубо говоря. Что можно сказать? Эта вода по показателям у нас получается немного чище, чем московская водопроводная. Вот, в зависимости от района там она плавает, где-то 170, 180, 190, где-то 200 она может показывать. Ну, в принципе, здесь вода чуть-чуть почище. Запах не улавливается. Вкус, в принципе, для водопроводной воды достаточно нормальный, приемлемый. Можно пить, как мне кажется. Так, и приступаем к главному номеру сегодняшней программы. Сначала давайте померяем с вами воду Горячий ключ 2008, 5-литровую. Вот мы ее уже, в принципе, выпили, 5-литровую бутылку. Достаточно приятная, хорошая вода по ощущениям. Вот какой у нее показатель по ppm, сейчас мы с вами это увидим. Есть предпосылки к тому, что вода эта будет очень и очень чистой. Вот местные ее, в принципе, не сильно ценят, как бы. Ну, вода и вода там. Архыз также стоит у них на полках, да. Архыз на 10 рублей подороже. Эта вода у нас стоит 65 рублей, архыз в том же магазине 75 стоил. Так, поехали. Вот это да. 47 ppm. То, о чем я говорю. Очень чистая, по всей видимости, вода. По крайней мере, по количеству растворенных в ней веществ, очень и очень... По-моему, это лидер, на самом деле. Да, наверное, это лидер по моим тестам. А до этого у нас была самая чистая вода, по-моему, Байкал, с показателем порядка из 5 ppm, по-моему. Так что это у нас вода выходит в лидеры моих тестов. Приятная вода. Так, и переходим теперь к тестированию второго варианта горячего ключа. Горячий ключ 2-2000. Давайте также его сейчас измерим. В принципе, другой производитель. И, в общем-то, могут быть отличия. Так, ну что ж, поехали. Тестируем, значит, наш второй образец горячего ключа. Вот тебе нате. 113 ppm. А этот образец гораздо-гораздо хуже по чистоте. Хотя, в принципе, одна и та же торговая марка. Попробовать, конечно. По вкусу вполне себе тоже приятно. Вот такие вот дела. Ну, в принципе, на данный момент это все результаты моих тестов. Ну что ж, на сим я буду заканчивать. Вносим, конечно же, эти результаты также в мою сводную табличку. На данный момент она теперь выглядит по-новому, вот так. А в конце видео, как всегда, я хочу вас поблагодарить за просмотр. Не забываем подписываться на канал, делиться видео, комментировать в соцсетях. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Пока.